Меч самурайский D524BL-SLK. Сфокусировался, да? Упаковку видите? Давайте смотреть, что у нас внутри. Как я понимаю, это сувенирка такая будет. Ненавязчивая. Вот, во-вторых, я ее, по-моему, зря открыл. Ладно. Комплект. Сам меч и подставочка. Подставочка деревянная. Сейчас я ее соберу, тоже покажу. Интересно, смогу ли я ее потом разобрать? Для чего-то этого, наверное, это и предназначено, где-нибудь в качестве аксессуара, сувенирочки для того, чтобы поставить в гостиную. Давайте посмотрим чуть поближе. Это, кстати, у нас металлическая часть ее. Все так красивенько. Проставка у ножен, по крайней мере, вначале идет пластиковая, далее... Далее, скорее всего, деревянная. Мне, кстати, стало интересно, из чего это все... Ой! Из чего все это сделано. Все дело не магнитится, видимо, из сплава. Сам меч. Гарда также из того же самого металла. Рукоять из того же, из чего и нужно. Орнамент. Кстати, заточка сразу абсолютно нулевая, но есть имитация чисто эстетическая. Эта штука будет, да, магнититься, но особо не обольщайтесь. Скорее всего, металл где-то будет, не знаю, по твердости 0,25, при том, что средняя твердость действительно режущего инструмента начинается от 40, от 42. То есть это очень мягенький такой металл. Точить можно, но вопрос, нужно ли. Дело в том, что, скорее всего, для того, чтобы это все-таки было сувениркой, здесь вот до сюда идет хвостовик самого клинка, и в случае какой-то нагрузки все это дело у вас очень быстро развалится. В общем, это исключительно сувенирный продукт. Ну, первое, о чем важно сказать, да, что это все-таки... В общем, он коротковат. Мне кажется, катана немного подлиннее. Вот, и это не меч... По-моему, это все-таки сабля, потому что заточена с одной стороны и имеет выгнутую форму. Была бы прямая, был бы палаш. Но все равно любопытно. Ну, на фоне вот здорового взрослого человека, как выглядит, мне кажется, чуть-чуть коротковат. Ну, так, за свои деньги... Нормально. Для чего это нужно, думаю, все уже догадались. Сувенирка подарить там другу анимешнику, другу косплейщику, повесить на стену, либо вот на эту великолепную подставочку. Ну, сильно серьезно к этой штуке относиться не стоит. Ну, благо и ценник будет достаточно демократичным. Просто милая, интересная сувенирочка. Отличный недорогой подарок любителю Востока. Не забывайте про наши социальные сети. Там есть дополнительный контент и раздача призов из нашего магазина. Также скидочный промокод используйте, чтобы сэкономить. И не забывайте подписываться на канал. Будет очень приятно. Заранее всем спасибо.